Всем большой привет! Сегодня будем готовить красивую и очень вкусную закуску из обычной свеклы. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 300 граммов вареной свеклы натираем на самой мелкой терке. Перекладываем ее в глубокую миску. Добавляем туда 2 яйца, пол чайной ложки соли, 100 граммов картофельного крахмала, 30 миллилитров подсолнечного масла. Хорошо перемешиваем и подливаем несколько приемов 200 миллилитров молока. Дальше переходим к выпеканию основы для рулетов. Разогреваем сухую сковороду, выливаем по центру 2 половника теста, распределяем его по всей плоскости и печем блин на небольшом огне 2-3 минуты, пока не схватится верхний слой. Затем блинчик переворачиваем и продолжаем выпекать еще пару минут. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Из указанного количества продуктов при диаметре сковороды 24 сантиметра получается 5 блинов. Готовые блинчики раскладываем по отдельности и даем им полностью остыть. В это время готовим начинку. Помещаем в миску 360 граммов творога. Выдавливаем туда 2 зубчика чеснока. Добавляем примерно пол чайной ложки соли. Хорошо разминаем все вилкой. А затем подсыпаем небольшими порциями сметану. В итоге должна получиться густая пластичная масса. Дальше берем остывшие блины, щедро смазываем их начинкой и сворачиваем плотные рулеты. Складываем все на тарелку и отправляем в морозилку на 20 минут. По истечении времени делим блины на небольшие рулетики и подаем к столу. Вот и все. Очень вкусная и красивая закуска из обычной свеклы готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.